Здравствуйте, ребята. Сегодня 16 апреля, и мы приехали в какой-то городок, в какую-то деревню. Терсодрон. Как мы сюда попали? Сегодня выходной, Пасха. Мы просто решили поехать куда-то. По пути по трассе есть знаки особого цвета, такие желтенькие. Это означает, что это какое-то особо красивое место, которое стоит посетить. Вот мы и поехали в это место. Посмотрим, что мы тут можем увидеть. Итак, вот это вот здание позади нас, это церковь. Она была построена в конце 11 века. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Вот такой вот небольшой городок, небольшая деревня находится на холме. Очень все красиво здесь у вас во Франции. Tu as compris? That the France is very beautiful. Si. Сейчас сделаем небольшой пикник и будем выдвигаться, наверное, уже домой. Что ж, благодарю за внимание. На этом, пожалуй, все. Успехов вам!